Привет, дорогие друзья! К нам пришло вот такое вот письмецо Given Loss в журнале Хюрцу, который мы случайно на который подписались, не поняли. И, на который, что и мы вынуждены, вам уже да, вынуждены платить 2,5 года теперь оплату за журнальчики. Журнальчик интересный, ничего не имею против, но то, что мы не поняли, когда... 2,30 евро надо заплатить. 2,30 евро за каждый журнал. Раз в неделю он приходит. И вот они нам прислали какую-то игру. Ein besonderes Dankeschön für Sie als Leser von Herzu. Каждый понедельник приходит. Какое-то спасибо всем вам, как читателю Herzu. Gleich öffnen. Срочно откройте. Sie als Leser von Herzu haben die Chance auf eine 5-jährige Sofortrente 1111 Euro monatlich. Вам, как читателю журнала Herzu, выпал шанс получить немедленную пенсию, да, на 5 лет в сумме 1111 евро каждый месяц. Давай открывать. Для этого надо или оторвать, или отрезать как-нибудь. Или вот здесь вот. Да, ну написано ж вот здесь. У тебя другой есть вариант? И что там? Это уже видно. Если сделать вот так вот, тогда хорошо. Все равно можно засмотреть. Ну, давай и отрежем. Давай оторвем, отрежем. Что мы там выиграли? Давай почитаем. Die Gewinnchance für Sie als Leser Herzu von Sofortrente fünf Jahre steuerfrei 1111 Euro monatlich. Это значит, что мы выиграли пенсию. Или нет? Ах, зо! Не все. Вот поэтому надо было отрезать. Могли бы так и не узнать, что там что-то есть. Давай читать. Ihre Glücksnummer. Счастливый номер. Как-то криво напечатан. Sofort gebührenfreien Rufen. Glücksnummer nennen und Ihre sofort Rentenchance sichern. Видите, работает колл-центр с понедельника по пятницу с 8 до 20. А что же написано здесь мелким почерком? Написано, что до 31.12 проводится такая лотерея. Ага. Ну, можете зажать и остановить, перевести. В общем, стараются как могут. Все разыгрывают. Спасибо. Теперь будете знать, что такое есть, но мы в это не верим. Наверное, там надо внести какую-то сумму и потом участвовать в розыгрыше. Если видео было полезным, ставьте лайк. Всем всего хорошего. Всем пока.